Друзья, всем привет! Я очень рад вас здесь сегодня приветствовать на моем бесплатном мастер-классе под названием «Код личного бренда» или «Как создать и монетизировать свой личный бренд в Инстаграм». Итак, поехали! Ну, для начала, наверное, представлюсь, кто я, зачем я и почему я перед вами сегодня здесь вещаю и что я могу вам дать полезного. Расскажу в двух словах. Я автор инстаграм-блога «Офисный планктон». У меня 100 тысяч подписчиков, и занимаюсь я всей этой деятельностью уже более 6 лет. Обо мне сняли более 30 сюжетов различные телеканалы. Я путешественник, который объехал 74 страны мира и постоянно путешествую, например, проехал автостопом по периметру Европы без денег и совершил много других интересных путешествий. Также я являюсь членом Союза журналистов Москвы. Обо мне написали более 100 СМИ, среди них такие СМИ, как Red Bull. У меня есть более 30 публикаций в различных офлайн и онлайн журналах, например, журнал National Geographic. Я провел более 400 рекламных интеграций с совершенно различными брендами различного калибра, например, Reebok, Toyota, Panasonic, и с многими мы работаем на постоянной основе. Моими профессиональными компетенциями является маркетинг, онлайн-маркетинг в первую очередь, поисковое продвижение, контент-маркетинг и персональный бренд, собственно, о чем мы сейчас говорим. Я периодически делаю мастер-классы, выступаю на коммерческой основе для брендов по данным тематикам. Еще являюсь предпринимателем, у меня различные проекты в сфере лидогенерации, в сфере маркетинга и так далее. Кому интересно, вы можете обо мне подробнее узнать на сайтах, которые я привел внизу, сайт macpava.com или webtech.ru. Там много моих кейсов, и я достаточно подробно расписываю все свои интеграции. Итак, перейдем далее, перейдем к моим публикациям. Собственно, вот здесь тот немногий список брендов СМИ, которые меня публиковали. Вот, как видите, даже есть обложка газеты «Метро», и по случайному стечению обстоятельств вот она оказалась у меня под рукой. И, собственно, это про силу моего персонального бренда. Многие думают, что персональный бренд — это только для крутых ребят. На самом деле совсем нет, и есть тренд на микроблогеров, так сказать, на микроинфлюенсеров, которые также достаточно круто монетизируются, круто продают и являются достаточно известными в своих сферах. Итак, поехали дальше. Поговорим о монетизации и профитах, да, выгодах, которые даст вам ваш персональный бренд. Ну, в первую очередь, это, конечно же, чего лукавить, это заработок на своем бренде. Расскажу о том, какие у меня способы заработка. И уверен, что вы сами сможете применить эти механики и зарабатывать на тех же самых вещах, и не только. Итак, это рекламные интеграции, как я уже рассказал, их у меня было более 400. Это достаточно интересная область, когда к вам приходит коммерческий бренд. Как правило, в этой составляющей всегда есть деньги, и вы делаете какую-то совместную коллаборацию, да, делаете какой-то спецпроект, куда, как правило, нативно, то есть органически размещается реклама этого бренда, и порой она размещается так, что вы совершенно вообще не можете понять, есть здесь реклама или нет. Также у меня это заработок на фотографиях, то есть у меня покупают фотографии достаточно крупные бренды, недавно купила S7 несколько моих фотографий. Также я зарабатываю на своем контенте, у меня регулярно покупают и
фотографии, и видеоконтент. Также меня постоянно приглашают сниматься в рекламе. Я провожу курсы, семинары, тренинги. Регулярно выступаю на различных мероприятиях, форумах. Вот недавно выступал на форуме «Синергия», может быть, кто-то помнит. Также меня приглашают участвовать очень часто в блог-турах и приглашают на уровне Министерства туризма разных стран. Это тоже достаточно популярное направление, на котором в том числе можно зарабатывать и параллельно еще и путешествовать, то есть заниматься своим любимым делом и зарабатывать. Ну и, конечно же, это продажа своих товаров и услуг. Наверняка у многих из вас есть какие-то свои услуги или своя продукция, которую бы вы хотели продвигать и монетизировать, конечно же. Еще одно из направлений — это консалтинг, когда я могу консультировать людей по тем областям, в которых я экспертен. Например, это области по контент-маркетингу, по поисковому продвижению, по «Я-бренда». И, конечно же, один из самых ключевых способов заработка — это реклама в Инстаграм, да, реклама в постах, сторис, и сегодня рынок рекламы, он достаточно круто уже модифицировался, и просто так в лоб продавать не получится, поэтому я и говорю о слове «интеграция», да, о продумывании стратегии рекламной кампании, о том, как вы будете туда интегрированы, как ваша личность будет туда интегрировано, что вы будете говорить, что вы будете делать, это все также учитывается, и это один из хороших способов заработка. Я более чем уверен, что вы сможете таким же образом монетизироваться, если я смог, сможете и вы. И напоминаю, что мы находимся на мастер-классе по созданию и монетизации персонального бренда, который состоит из четырех уроков. И сейчас мы перейдем к первому уроку. И перед тем, как перейти к первому уроку, вы можете скачать чек-лист для самопроверки и посмотреть вашу точку А. Точку, где вы находитесь, какие у вас есть знания и умения, и чего вам не хватает для формирования сильного персонального бренда. Чек-лист вы можете скачать ниже. Итак, поехали. У нас первый урок, и о нем я расскажу, кому же нужен свой личный бренд. Итак, личный бренд нужен всем. Это, наверное, понятно и блогерам, и экспертам, и бизнесам, и медийным персонам, и спортсменам, и руководителям, и HR-сотрудникам, и людям, которые работают в найме, и коучам, и очень востребован личный бренд у творческих людей, да, там, у дизайнеров, у художников, у певцов. В общем, всем тем, кому нужно заявить о себе, кому нужно сформировать персональную, лояльную аудиторию. Итак, расскажу немножко подробней, как можно применить свой персональный бренд касательно блогеров. Что касается блогеров, то вы научитесь правильно создавать и продвигать ваш контент, вы сможете транслировать свои ценности, собирать лояльную аудиторию и впоследствии ее монетизировать. Об этом, да, я уже рассказал, как это можно монетизировать. Вы также можете повышать вовлеченность и активность, да, тем более в Инстаграм это сегодня проблема, да, с активностями. Инстаграм регулярно понижает нам активности, но есть механики, способы так называемого партизанского маркетинга или по-другому скрытого маркетинга, когда можно с минимальными бюджетами заниматься своим продвижением. Ну, соответственно, вы сможете благодаря персональному бренду прокачать ваш Инстаграм
и применить различные каналы монетизации. Что касается примеров, то их уйма этих примеров, существует множество блогеров, например, там всем известный блогер Митрошина, который постоянно запускает новые бизнесы, постоянно их монетизирует, у нее существует множество и инфопродуктов, и она запустила свою линейку одежды, она и продюсирует различные курсы. Или, например, блогер Лерчик, девочка, которая всего лишь с несколькими десятками тысячами подписчиков запустила свою линейку косметики. И вся эта линейка была продана за 6 дней. Именно за 6 дней девочка заработала свой первый миллион и осознала силу персонального бренда. Кому еще нужен личный бренд? Ну, конечно же, он нужен экспертам, да? Кто такие эксперты? Это люди, у которых есть экспертиза, у которых есть экспертность в какой-то ниши, порой это узкая, либо широкая ниша, и персональный бренд поможет вам определить вашу экспертизу, упаковать правильно эту экспертизу, презентовать ее, определить и монетизировать свои знания и умения. Конечно же, самое главное — это продать ваш собственный продукт. Касательно примеров, их тоже можно привести множество этих примеров. Та же самая Митрошина, который не только является блогером, она еще является и экспертом, и каналов монетизации у нее очень много. Она и ведет блог на YouTube, и в Инстаграме, и в ТикТоке, и, я как уже сказал, запускает регулярно свои экспертные линейки. Или, например, приведу нишу маркетинга, да, достаточно узнаваемых и уважаемых в маркетинге людей, это, например, Дамир Халилов или Лилия Нилова, это эксперты, маркетологи с серьезным багажом знаний, и которые монетизируют эти знания не только на консультациях, на каких-то своих курсах и инфопродуктах. У них еще есть рекламные агентства, которые занимаются смежными областями. Ну и кому еще нужен персональный бренд? Это, конечно же, бизнесом, да? Без этого никак. Пример можно привести — Ричард Брэнсон. Это человек, который известен всем. Это основатель империи Virgin Group, в которую входят более 400 достаточно крупных компаний, которые развиваются, и все компании плюсовые, и все они достаточно круто монетизируются. И в чем успех Ричарда Брэнсона? Успех в том, что у него есть мощнейший сформированный персональный бренд, который сейчас работает на него, и как только ему приходит идея о запуске какого-то продукта, сразу у него появляется громадное количество инвесторов и людей, которые готовы инвестировать в свои проекты, и ему остается просто отбирать, фильтровать этих людей, с кем можно совместно запускать этот продукт под его именем. Ну, согласитесь, это, конечно, крутая механика, и если не брать так высоко, да, как Ричард Брэнсон, что же даст персональный бренд для нас с вами, да, для предпринимателей, бизнесменов, которые работают там в малом, иногда среднем бизнесе, и в том числе, кстати, персональный бренд и нужен и крупному бизнесу, и важно иметь персональный бренд и быть лидером в крупном бизнесе, только тогда вы сможете брать самые топовые крупные заказы. И в первую очередь для бизнесов персональный бренд будет полезен тем, что вы сможете поднимать ваши продажи, формировать новые каналы привлечения и удержания аудитории, ну и, конечно же, как я уже сказал, привлекать партнеров и инвесторов. На этом, друзья, заканчиваем наш первый урок. Я с вами прощаюсь и увидимся на втором уроке.
До встречи и пока.